привет! Меня зовут Екатерина, я мастер-эксперт студии Sugaring the Kiwi. Сегодня мы будем работать с зоной боли. И для этой области характерен промежуточный тип волос. Процедура занимает в среднем 30 минут. Мы рекомендуем периодичность раз в 3-6 недель. В нашей студии обработка коленей, стоп и пальчиков уже входит в услугу. Для того, чтобы приступить к работе, мы должны обработать кожу. Мы будем обрабатывать просто водичкой перед депиляцией. Используем мы салфетки Span Lice. Они безворсовые, очень мягенькие, клиенту приятно. Обрабатываем голени, колени, стопы и пальчики. Мы обработали кожу, еще раз ее делаем влажной и используем энзимную пудру. Определенное количество мы наносим на голень и начинаем массажными движениями обрабатывать нашу зону. Энзимная пудра выполняет такую функцию, как максимальное отшелушивание с помощью ферментов и экстрактов папайи и ананаса. После того, как мы обработали энзимной пудрой, еще раз мы проходимся косметической водой. Затем мы проходим еще раз салфеточкой, чтобы кожа была полностью сухой. И наносим тальк, чтобы сделать защитный слой и меньше травмировать нашу кожу. Итак, мы приступаем к самой эпиляции. Пасту мы берем супер мягкую, чтобы легко наносить и удалять, чтобы процедура прошла менее болезненно и быстро. Наносим мы против роста волос. Наносим пасту медленно, нежненько, чтобы волоски не тянулись за пастой. И удаляем уже по росту. Обязательно делаем антистресс. Голень у нас сделана, затем приступаем мы к коленке. Обязательно сказать клиенту, чтобы он согнул. Вот, и уже в согнутом состоянии мы продолжаем работать. Сначала обходим коленку с двух сторон и затем уже делаем посерединке. Так, паста у нас уже забилась. Нам нужно будет ее менять, поэтому мы сейчас приступим к депиляции именно пальчиков. Мы прорабатываем стопы, проходим по одному разу и затем каждый пальчик отдельно мы делаем, проверяем. Когда мы сделали голень с передней стороны, переворачиваем клиента прямо на животик и будем делать икру. Мы уже эту часть обработали. Волосы на икре у нас растут уже в другом направлении. Именно вот так, поэтому мы наносим против роста волос. И уже удаляем по росту. И обязательно делаем антистресс.